Привет, друзья! Я Веселый Джин. Меня вызвали, чтобы исполнить любое желание, которое ты захочешь. Но чтобы оно сбылось, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как твои дела. И тогда я исполню твое желание. Ребята, всем привет! С вами я, Коля. И представляете, я наконец-то приобрел себе гирлянды в деревню и сегодня буду украшать домики. А вы вначале обязательно поставьте лайк, ребята, подпишитесь на канал и напишите вообще в комментариях, вы Новый год ждете? Готовы к нему или нет? Вот напишите, да или нет, ребята. Потому что я вот очень-очень как раз-таки к этому готов. И... ой, ну-ка, не так кривенько. Блин, ребят, ладно, короче. Надо тут добыть землю. Так, сюда, сюда, сюда. В общем, ребята, также подпишитесь на мой реальный канал, потому что там уходят мега крутые ролики. Вот, ребята, вам они очень-очень сильно понравятся. Вот, и скоро перед Новым годом будет еще парочку интересных роликов. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и на тот канал тоже. Вот, ну-ка, я хочу... ой, мне телефон звонит. Сейчас, ребята, сейчас. Так, ну-ка. Алло. Алло. О, привет, баб, что такое? Курантик, чего делаешь? Джори, я мне украшаю. Короче, слушай, чего? Чего? У меня для тебя это, небольшое такое заданице. Какое заданице? В общем, мы с дедом уехали. Куда? Зачем? Ну, за продуктами, на рынок приедем только вечером. Так. Ну, надо же в город ехать-то. Ну. Уехали, значит, за продуктами вечером приедем, ну, а может быть завтра, если, короче, в деревню не попадем в свою. Вот, поэтому. А я там, короче, какое-то такое, кого наняла? Кого наняла? В смысле, зачем? Вот. Ты меня будешь слушать или перебивать? Ну, слушаю тебя, так, чего? Так вот, я там, значит, кое-кого наняла. Угу. Хочу сделать сюрприз для жителей к Новому году. Ну, для вас, для деревни. И ага. Для подземной, и для ваших. Ага, так. Кое-кого наняла, чтобы кое-что построили там, короче, вот, к Новому году. Ага, вот. Так. Ну, знаешь, бабушка все равно опасается. Опасается, и поэтому, знаешь, что? Чего, ты чего? Это, сходи там пару разочков, так сказать, погляди, ладно? Все ли хорошо там, это, все ли хорошо идет? Ну, то есть в твоем доме, правильно, да? Ну да. Ага, понял. Ну все, пошел тогда, спасибо, хорошо. Бабка. Ага. Блин, ребята, хотел тут все выровнять, чтобы аккуратненько все наряжать красивенько. Ладно, короче, пошли быстренько посмотрим, что там кто что делает, и уже вернемся заниматься делами. Вот бабка тоже молодец, сама в город уехала, она, значит, со следи наблюдает и так далее. Ну ладно, давайте, ребята, все-таки это... много можно чего интересного иногда у бабки дома узнать, поэтому, ладно, может быть, гирлянды себе какие-нибудь интересные возьмем. Так. Блин, креатива нет, ребят, даже через забор не перепрыгнешь. Проверяем. О. Землю на прочность проверяем. В смысле? Тут много? Проверяем. Амонгасы? Офигеть. Проверяем. О, здравствуйте. Здорово, пацан. А что вы тут делаете? Что надо, то и делаем. А зачем вы тут прыгаете? Так, ты будешь слишком много вопросов задавать или уже пойдешь отсюда? А, я пойду чайку попью, ага. Слышь ты, иди отсюда, я тебе говорю. В смысле? Мне бабушка разрешает приходить, да. Пить чай. Ну все, заходите, выносить будем его. Ладно, я его сам вынесусь, ай. Быстрее, понял. Иди отсюда. Ай. Быстрее, говорю. Все, до свидания, ага. До свидания. Блин, ребята, так, проверяем, прыгаем. Надо бабке позвонить, ребята, уточни, что это такое? Алло, бабка. Оля. Короче. А ты звонишь мне тут или сюда, а? Да ты амонгасов на работу наняла на какую-то? Каких амонгасов? Я наняла амонгаса. Нет, их там четверо или трое. Четверо-трое? Я наняла одного. Но я же своими глазами видел. Вообще. Я своими глазами видел. Понимаешь, я пришел. Они меня выгнали из дома. Да, втроем. Вот. А они занимались, знаешь чем? Проверяли землю на прочность. Как? Ну для строительства, наверное. Не знаю, около твоего входа прям. Короче, Хулихан. Чего? У меня к тебе просьба будет. Какая? Короче, ты возьми камеру. Поставь и проследи за ними. И запиши это все. Бабка, стой, покажи, подожди, бабка. Все, бабка. Давай, блин, ты где еще камеру-то возьму? У меня есть только гирлянды. Блин, ребят, у меня же креатива сегодня нету. Что бы делать? Ладно, пойду вон к Петровичу, он все-таки фермер. У него там всяких прибамбасов всегда куча. Петрович, у тебя эти есть? Камеры, которые, чтобы слежение. А тебе зачем? Ну-ка, дай-ка я посмотрю. А, вот только такое. Блин, как у тебя все дорого-то? Конечно, нифига себе, ты тебе что-то бесплатно, что ли, должен раздавать? Ладно, сейчас, ребята, камеру я раздобыл, но чтобы следить за амонкасами, нам нужен еще и монитор. Так, сейчас мы быстренько земельки допустим тут. Давай, работай. Работаю, все, у меня даже лопаты, блин, нету. Ты хочешь камеру работать, надо?
Ой-ой-ой, ребята, да, везде надо всегда работать, короче, чем больше работаешь, тем лучше. Так, сюда, сюда, мне так, ребята, уже немножечко осталось сюда. Так, 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 еще, ребята, пару блоков. Такс, отлично, еще парочку, если вдруг через забор придется перелазить. О, жизнь готова. Все, Петрович, держи. О. Так, молодец, хорошо работаешь. Все, давай, пока. Блин, ребята, конечно, хорошо работаю, когда бабка... Блин, говорит, что надо следить, по-любому надо следить, иначе, если бабка тебе... Как раз таки так, ну-ка, я с первого раза перепрыгну. Ой, блин. Ладно, ребята, сейчас я попробую все-таки перепрыгнуть этот забор, чтобы, знаете, потому что если я буду стучаться... Впрочем, я пойду туда, так. Схожу, так сказать, во двор, проверю там землю. Ну-ка, о, получилось, ребята, второй раз. Тихо, спрячемся за памятником. Вроде нормально. Тихо, тихо, ребята. Так, а давайте еще за воротами проверим, ну, чтобы, так сказать, наверняка было, наверняка. Камеру вот тут поставим, ребята, одну. Так, о, все, ребята, одной камеры нам хватит, и спрячемся где-нибудь, ребята, вот тут вот давайте. Может быть, даже выкопаемся? Давайте проход пророем, ребята. Так вот, оп, о, вот так вот, ребята, вниз. Все, супер, давайте отсюда и смотреть. Отлично. Вот они, хорошо, ребята. Смотрите. Хорошо. Делаем, значит, так. Все землю проверили. Их четверо. Вон, вдалеке, ребята, еще один. Вот. Молодцы. Записываем, хорошо, для бабки. Слушай сюда. Один ко мне идет. В общем, землю проверили. Она такая неустойчивая. Это нам на руку. Значит, сейчас возьмем не новогоднего динамитику. Все заминируем. Так сказать, устроим им новогодний салют-сюрприз. В смысле? Вот. В общем... Это будет такой салют, какой бабка и ее жители вообще не видывали. Заминируем только у бабки, а подорвутся даже все жители не только этой деревни, а все. Офигеть! Поэтому... Это Мунгас предатель, что ли? Сейчас мы делаем что? Правильно, раскопочки мы делаем. Раскопки все проведем, так сказать, и бабке устроим сюрприз. Но только не проболтайтесь, потому что 31 числа... Оно само это все взлетит на воздух. Нажмем кнопочку, и ребята, все. И будет бабах всемирного масштаба. Офигеть. Ну, а потом мы уже все сюда придем и будем тут жить, и все. На пустой голой земле, так сказать, ее обиходуем. Все поняли? Поняли. Вот и отлично. Договорились. Капец. Давайте и динамит устанавливать. Тихо, ребята. Какой динамит? Какой куда рыть? Так, ребята, надо им как-то помешать. Так, ребята, сейчас им надо немножечко пока помешать, пока они будут разбираться. Так, ну-ка. Тихо, ребята, надо быстренько сбегать в гараж. Кое зачем? Так, бежим скорее в гараж. Под эту ёлочку. Вот тут вот может быть. Так, сейчас. А ладно, вот так вот. Оп. Все, ребята, спускаемся в гараж. Сейчас добудем там пару динамитов у бабки. Они там всегда есть. Так. Как раз таки, эта бабка скоро придет, я эту всю информацию ей расскажу. Но пока до бабки-то надо, чтобы они ничего не успели сделать. Так, а для этого нам нужно... Ну все, я заложил 8. Thanks, супер. Так, ребята, возьмем рычажочек. Опа. Так, все, типа, оп. И выходим ли через главный вход? Через главный вход выходим. Так. Все готово. Так. Ты что тут делаешь? Слушай, а я цветочек бабке относил. Так, ты до сих пор тут? Не, всё, ушел. Ушел. Иди. Ребята, тихо. Так, все елки заминировали, идите минируйте памятники. Все, ребята, лучше. Я подорву ей немножечко. Так, отлично, все. Что это? Тихо. Это что? Тихо. Что это такое? Забор. Ребята, там упал забор, и теперь все будут тебя видеть. Вы что, совсем? Они пока теперь будут чинить забор. Я сказал памятники минировать, а не забор. Успеет бабка вернуться. Все приходится заново теперь делать. Пока забор отстроим, уже бабка, надеюсь, не вернется. Все, короче, у бабки еще есть, ребята, дополнительные пару часов. Но я сделал все, что мог, а потом пускай бабка уже сама свои проблемы разгребает, нашла кого нанять на работу. Лучше бы... кого-нибудь другого попросила. Все, ребята, короче, я погнал домой украшать дальше своими гирляндами домик. А вы, ребята, обязательно сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на реальный канал. Всем удачки, всем пока-пока.